Герои Отечества становятся ближе. Сегодня в 17-й гимназии Черкесска состоялось открытие парты героя с именем нашего земляка, летчика аса, героя России Каномата Хусеевича Баташева. С торжественного мероприятия Фатима Даурова. Патриотический проект единороссов «Парта героя» – это еще одна форма высказывания признательности и почтительности к героям Отечества. В каждом населенном пункте, каждой школе есть герои, которых помнят и к этой памяти относятся бережно. Одним из таких стал генерал-майор Каномат Баташев, посмертный подвиг которого сохранил жизни российских бойцов. В 17-й гимназии почтили память летчика решением установить парту имени героя. Мы считаем своим долгом, чтобы молодое поколение, учащиеся, знали своих достойных героев не только малой родины, но и нашей большой России. На примере Каномата Хусеевича Баташева, героя России. Мы гордимся нашим земляком. Ученики школы подготовили для гостей мероприятия творческий сценарий, в котором со всех сторон осветили профессиональный путь знаменитого земляка. Личными воспоминаниями с присутствующими поделился родной брат героя России Мурадин Баташев, который был приглашен на открытие. Он рассказал о юных годах старшего брата, о его способности добиваться высоких результатов в своем поприще, железной воле к победе. Припоминаются его слова, девиз его жизни – если ты хочешь чего-то достичь, то надо иметь желание и железную волю. Вот он и соответствовал. Он любую поставленную себе цель, он достигал, несмотря на любые трудности. Это был девиз его жизни. Обычная ученическая парта, на которой разместилась информация о летчике Каномате Баташеве, вошедшем в историю Отечества своим самоотверженным подвигом, теперь будет украшать музей школы. И каждый желающий сможет поближе познакомиться с биографией героя нашего времени. У меня проснулась очень большая гордость за свою школу, то, что именно в нашей школе поставили парту героя. Моим ровесникам и вообще учащимся гимназии номер 17, я думаю, это придаст большую гордость и толчок к патриотизму. Я думаю, то, что после такого у них точно проснется гордость за свою родину, за свою страну и за свою республику. Как раз для этого и создан проект «Парта героя» – показать положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Фатима Даурова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.